объявляется мужем и женой. А можете еще? Да. В двух словах еще историю вашего знакомства. Не все все-таки знают. Ну, расскажите, как вы познакомились? На войне познакомились. Ну, как это было? В каких обстоятельствах? Я слышал, что там под обстрелом, там ранен был ваш сын. Супруга была ранена. Ну, расскажите, как все было, в двух словах прям. Да, ну, в двух словах не получится. Ну, в трех. Ну, расскажите, как есть. Ну, в трех, я думаю, тоже не уместится. Ну, познакомились мы. Семеновки. Что еще можно сказать? На Семеновке можно посмотреть. Я сейчас как-нибудь.